Подготовка к новому учебному году идет и во Дворце спорта. Ремонтные работы на стадии завершения. Бассейн уже наполнен водой, а в спортивном зале ведутся заключительные работы. Установка новых аквариумов станет завершающим этапом подготовки Дворца спорта к учебному году. Финансовую помощь в их приобретении оказал индивидуальный предприниматель Сергей Зрелов. К новому учебному году наша детская спортивная школа готова почти полностью. Все предписания, которые были с государственного пожарного надзора, мы выполнили. Некоторые выполнили своими силами, некоторые выполнили с помощью привлеченных средств. За летний период заменили все ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды. Своими силами был произведен ремонт кровли здания Дворца спорта. Особое внимание уделили вентиляции, чтобы впредь не было нареканий. На остальных спортивных сооружениях также были выполнены необходимые работы. На спортивном сооружении лыжная база, которая находится по улице Ленина и носит имя двукратного олимпийского чемпиона Николая Серафимовича Бажукова, тоже выполнены работы. Она готова к началу учебного года. Значит, приведена там трасса, лыжная трасса приведена в надлежащий вид. Поставлена, установлена емкость пожарная для пожарной безопасности. Установлена сигнализация пожарная, установлена тревожная кнопка. То есть все для проведения учебных тренировочных занятий и для населения, которое будет приходить туда заниматься лыжным спортом, там все уже готово, база. Планируют также закупить 100 пар лыж и открыть прокат. Зависит это лишь от финансирования. Как известно, печорцы особенно любят водные процедуры. О том, какие работы были проведены по подготовке бассейна, нам рассказал главный инженер Дворца спорта. Оборудование бассейна подготовлено к началу учебно-тренировочного года 2015-2016 на 100%. Заменены лампы УФО для обеззараживания воды. Произведена калибровка системы дозации. Специально приезжал инженер КИПа, который настраивал все оборудование под нас специально. Цена для посещения бассейна останется прежней. Для взрослых 220 рублей, для детей 170. Чтобы заняться водными процедурами, взрослым необходимо пройти флюорографический кабинет. Детям до 14 лет нужно предоставить справку от врача-педиатра. Помимо плавания, Дворец спорта предлагает детям заниматься и другими видами спорта. Спортивная школа на базе Дворца спорта оказывает населению услуги спортивно-оздоровительного характера. В первую очередь эти услуги направлены на поддержание здоровья. Вот в данном случае в большом зале осуществляются игры как таких видов спорта, как волейбол, баскетбол, мини-футбол. На территории плавательного бассейна есть группа здоровья по акваэробике. Есть еще зал, где проводится просто аэробика. Приглашаем всех желающих посетить Дворец спорта. К началу учебного года все группы плотно укомплектованы. Порядок приема детей в спортивной секции станет несколько иным. Ребят, которые покажут лучшие результаты, по мере возможности будут зачислять на бесплатное обучение. Я хочу сказать, что с 1 сентября все детские спортивные школы переходят на обучение по предпрофессиональным программам. То есть это значит, детские спортивные школы могут выпускать уже ребят, которые будут готовы идти в вузы и продолжать обучение в высших учебных физкультурных учреждениях. Всего детско-юношеская спортивная школа включает в себя 11 видов спорта. Секции продолжат набор учащихся, среди которых выберут лучших. Дворец спорта начнет свою работу с 15 сентября. Сотрудники призывают печорцев заниматься спортом, ведь движение – это жизнь.